закупацкие, как обычно. Водичка, овсянка, риса возьму себе, орехов, белка какого-то, овощей. Надо рыбы, кстати, еще взять. И вот все, овсяночка. Сюда маленькая. Так, сейчас, чтобы не рассыпаться, хочу в рацион добавить немножко больше углеводов, но при этом это будут медленные углеводы. Это овсянка, рис. Бля, спагетти, макароны, честно, как-то, блядь, падла. Да, филешка пиздец, нахуй, по 164. А что по срокам? До 14-го. Сегодня, да, бля, ей день-два, она уже скисла, нахуй. А це в метро классно, да, ебать? Филешка два дня осталась, и они дальше ее пихают. Смотри, 12-е сегодня, 14-е. Бля, молодцы реально. Метро красавчики. За вас, сука, курицу я не хаваю, блядь. Считаю, пацаны, что реально мясная мануфактура. Довольно-таки уверенное место, где можно покупать курицу. И все остальное. В метро, конечно, сейчас что-то, блядь, ебать-ебать. Вот это мой отдел сейчас. Ебать, креветки. Ой-ой. Бля, так сильно на рыбе, короче, в метро работает братишка-подписчик. Говорит, братан, сейчас самый-самый-самый кусочек тебе отрежу, там, где треба. Братик, если историю посмотришь, дай боже тебе здоровечка. И богатую жену. Фоткать не буду, бо черно-белая фотография особо непонятная. Водичка, сыр, молочко, две пачки овсянки, две пачки риса, шампунька, щетки, рыбка, лохана и хлебушек. Дома есть еще белки, две пачки, 2 литра и много шпината. Ну и самое основное, это фольга. Жаростойкая, прочная, для запекания. Не подумайте ничего.